thank you Здравствуйте! Сегодня в рамках программы «Открывая книгу» мы поговорим с Людмилой Калининой о книге «Память пяти жизней» Долорес Кэнон. Эта книга была первая, которую она написала, но потребовалось почти 9 лет, прежде чем она ее смогла издать. Как ты считаешь, почему столько времени понадобилось? Люди того времени были вообще не готовы к этой информации. Да, Долорес была первооткрывателем. Фактически, ну, во всяком случае, на Западе да, этой темы реинкарнации, и она много раз пыталась опубликовать эту книгу в тот момент, когда она написала ее, но, к сожалению, все издательства отказывали ей, потому что информация была признана ими Ну, слишком новаторской. Но ведь тогда они могли решить, что это как фэнтези происходит. Мне кажется, что это было связано все-таки даже с религией больше, как ты считаешь? Ну, я думаю, что религия, она накладывает, конечно, определенный отпечаток, да, на то, что происходит в социуме. И, естественно, когда социум, ну, скажем так, более ориентирован на религию и более узкомыслящий, да, какие-то новые идеи приживаются в нем с трудом. А после 60-х, когда, ну, был, в общем-то, расцвет, да, некоторых новых культур, нью и так далее, ну, эти идеи нашли своего читателя-слушателя. Говоря о книге Память пяти жизней, хочется заметить, что Долорес изначально не собиралась заниматься гипнозом. И все это начал ее муж. Как все началось? Муж Долорес, он был военным, и когда его назначили служить на Филиппинах, у него было довольно много свободного времени, потому что в доме у них были слуги, несмотря на четырех да, детей. Ну, в общем, им, у них было время, чтобы заниматься чем-то еще. Вот. И он нашел человека, который также пребывал в тот момент на Филиппинах, который закончил институт гипнотерапии в Нью-Йорке. И этот человек тоже также абсолютно от обилия свободного времени решил давать частные уроки. Может, Долорес увлекся этой идеей, он решил, что довольно быстро он изучит этот предмет, но обучение у него заняло около полугода. Вот. А насколько я поняла, человек, который обучал мужа Долорес, очень тщательно подходил к своему предмету и в первую очередь был ориентирован на безопасность объекта и на то, чтобы не сделать каких-либо излишних внушений в момент сеанса. И мне кажется, что это наложило свой отпечаток и на всю последующую практику Долорес. Вот муж какое-то время Долорес, муж Долоры, занимался какое-то время гипнозом, довольно продолжительное время, но потом он после аварии к этой идее охладел, и эту идею уже подхватила Долорес Ну вот, кстати говоря, многие люди того времени, а это было 70-е годы или близко к ним, говорили, что это, это кара небесная его постигла за то, что он пошел в ту сферу, куда ходить не следует. Угу, угу. Как ты считаешь? Что же все-таки произошло? Ну нет, я думаю, что ни муж Долорес, ни сама Долорес не воспринимали это так, потому что они знали, что нет такого понятия, как Бог наказывающий. Да? Бог вот этот изначальный источник ⁇ это бесконечное добро, это радость и так далее. Нет вот этого карающего божества, который будет причинять какой-то ущерб за непослушание или за что-то подобное. Это, я думаю, идея была вызвана просто узкомыслящим, да, вот, э, узкомыслящими верованиями, которые царили в обществе на тот момент. Долорус в предисловии книги, она особенно подчеркивает, что шансов было выжить немного, но ей Анита, которая проводила сеанс агрессии, она чуть-чуть заглянула в будущее, и она увидела, где они должны жить, и это все сбылось. И, в принципе, это придало ей уверенность в том, что они идут правильным путем, и все равно они выживут. И именно этот момент стал ключом к тому, что она стала регрессологом. Так ли это? Вот я хотела бы, да, по поводу Аниты. Анита вообще была самнамбулой. И как раз с ее помощью, да, они смогли все эти истории раскрыть и так далее. И Анита заглянула, да, и в свое будущее, в будущее Долорес. Долорес, да, была уверена, что будущее предопределено. Потому что Анита его увидела. А эта идея, конечно, придала ей, я думаю, много, много сил, дала ей много сил и много энергии, потому что она знала, как это может быть. И в ее понимании, как это должно быть. Это помогло справиться им всем ну, с этой травмой, да, с этим ущербом. А вот насчет того, какую роль сыграла это в том, что да, Лора стала регрессологом. Я думаю, да, это сыграло существенную роль, конечно, когда есть возможность помочь людям в том числе и таким образом. Да? Ну вот говоря о ключевых событиях, uh -huh. ты занимаешься регрессией. Uh -huh. И насколько я знаю, существует версия, что все ключевые события, если они тебе предначертаны, да, если ты их выбираешь до своего воплощения, ты через них проходишь. И, может быть это и было одним из ключевых событий? Возможно, но я на самом деле не очень верю в предначертанность будущего. Я считаю, что наше развитие, наша жизнь она выстроена как дерево. Да? Это бесконечное множество вариантов. И если в данной реальности осуществляется этот вариант, то в какой-то параллельной реальности осуществляется другой вариант. К этому в итоге пришла и Далореса, и в более поздних книгах она об этом писала. Мне ближе эта точка зрения. Ранние сеансы регрессии Долора записывал на магнитофонные бобины. Mm. Если ты помнишь, что они были такие огромные, большие, и они же ограничивали продолжительность ее сеанса. Mm. Как сейчас происходит сеанс? Сейчас сеанс проходит с помощью цифрового диктофона. А по продолжительности? А, на самом деле очень индивидуально. Кого-то можно быстро погрузить, там, я не знаю, и весь сеанс займет в районе часа, а кто-то погружается только 40 минут, и весь сеанс займет там, полтора часа, два часа с выведением. Но это правда, это очень индивидуальный вопрос. Тут нельзя сказать какую-то вот цифру определенную. Анита, которая была к тому же сомнамболой, она пришла с проблемой к мужу Долорес, uh -huh. проблемой лишнего веса. Вероятно, она думала, что сейчас муж ей даст установку, uh -huh. и она тут же прекратит ест и похудеет. Uh -huh. Что же все-таки произошло? Муж Долорес, Джон довольно долго работал с Анитой, довольно успешно работал с ней, прежде чем им в голову совместно пришла идея попробовать погрузить Аниту в ее прошлую жизнь. С этой идеей, насколько я помню, ну, эта идея, насколько я помню, возникла у Аниты. И эту идею она подала супругам Кеннон. Они с радостью ее поддержали и решили провести такой эксперимент. Ну, насколько я помню, они пытались а, погрузить ее в текущую детскую жизнь, чтобы найти корни проблемы, как это обычно, и происходит. Но что-то произошло еще. Нет, они намеренно погружали ее все глубже и глубже в детство, в 10 лет, 6 лет, 2 года, совсем когда она была маленькой, да. И постепенно пришли к тому, что Джон сказал, теперь я прошу тебя оказаться ну, в том месте, где ты была до твоего рождения. И Анита внезапно оказалась в большом черном автомобиле и сказала, что это паккард, и она недавно его купила. Ну, а они вероятно начали искать, где же такие машины в каких-то справках? Да, они начали раскручивать эту историю. На самом деле им даже не пришлось особо искать, потому что они это дала понять, в каком она, в каком она времени, в какой она эпохе. Оказалось, что она в 20-х годах в Чикаго. Ну а если следовать истории, зачем она пришла, она все-таки нашла? Или они, точнее, нашли причину ее болезни с весом? Ну, насколько я понимаю, вот эта проблема с весом это было последствием ее вот, настоящей жизни. Причины у лишнего веса в прошлых жизнях не было. Там в прошлых жизнях нашлись причины других очень странных интересных вещей. Я думаю, их можем обсудить, тоже это интересно. Какие все-таки проблемы вскрыла вот именно та прошлая жизнь, машина, люди, обстоятельства? Там был очень интересный момент, как раз вот в этой жизни, когда Джун так звали героиню в той жизни, в которой она очутилась? Джун, она любила Эла а Эл был гангстером. И в определенный момент Эл попросил Джун взять пистолет, замотать его в пакет и выбросить его в озеро. Ну, выйдя на лодке в озеро, да, выбросить его в воду. И этот момент настолько сильно повлиял на состояние Джун, что когда она стала уже Анитой, а, и Анита отправилась в плавание на пароходе, в путешествие на пароходе. Она почувствовала острое желание и острую потребность, настойчивую потребность что-то бросить в воду. И она неожиданно для себя самой произнесла такие слова «Где пакет? У меня нет пакета». И она повернулась к стоящей рядом даме и сказала «Дайте мне свою сумочку, я брошу в воду ее». То есть вот такие вещи, да, вот такой неожиданный да, флешбэк из прошлой жизни, вот это происходит. ну, вероятно, кроме запоминающегося пакета и вот этого случая было что-то еще да был еще очень интересный момент в жизни аниты когда ее муж получил новое назначение должен был улетать во Флориду у нее было очень э, сильное переживание на тему того что вот сейчас он улетит и он не вернется к ней. И разумом она понимала, что это полная ерунда, потому что это всего лишь Флорида, и ничего страшного не происходит, его не отправляют на какие-то военные действия или что-то подобное, но она никак не могла найти вот успокоение. И как раз через работу с прошлыми жизнями удалось выяснить, что произошло и почему у нее вот это тревожащее чувство возникло, в принципе.